С начала сентября информация о новых фактах дистанционного обмана появлялась в полицейских сводках Адыгеи около 20 раз. Общая сумма ущерба – более 7 миллионов рублей. Так, в полицию Майкопа недавно поступило заявление о мошенничестве с ущербом около 1 миллиона 900 тысяч рублей. Отметим, что это далеко не единственный случай обмана с большим ущербом. Потерпевший – 58-летний житель Майкопского района. Мужчина пояснил, что все началось с того, что на протяжении почти 2 недель на его телефон поступали звонки с различных номеров сотовой связи. Неизвестные, представившись сотрудниками банка, изначально предложили взять деньги в кредит на выгодных условиях. В ходе общения с ними потерпевший все-таки согласился с предложениями и начал процедуру оформления. После зачисления денег на счет мужчине вновь начали поступать звонки с незнакомых номеров. Мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что с его счета якобы пытаются похитить деньги, а для их сохранения потерпевшему необходимо перечислить все средства на так называемый безопасный счет. Мужчина, поверив собеседникам, направился к нескольким банкоматам и перевел все деньги на безопасные счета. Потеря бдительности обошлась мужчине хищением всех его сбережений. Ущерб составил 1 миллион 898 тысяч рублей. По данному факту следствием отдела МВД России по городу Майкопу возбуждено уголовное дело.